случилось? Что с тобой? Живу. Песня страшная. Тихо, тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш режиссер. Добрый день. Здравствуйте. А вот Семен Владимирович. Семен Владимирович, а ведь у нас с вами сегодня торжественная минута. Вот Софья... Леонидовна. Леонидовна забирает вас на поруки. То есть, как забирает? Ну как забирает на поруки? Я ничего не могу возразить. Семен Владимирович, собирайтесь. А как же искусство? Он же у нас солист. Кошмар. Семён, ты куда? Сеня! Стой! Стой, больной! Сенечка, ты верни семью, я нашла выход. Выход один. Сначала он тебе, понимаешь, покажется немножечко, но потом, Сенечка, ты поймешь, что другого пути у нас нет. Понимаешь? Я даже удивляюсь, почему мы до этого раньше не додумались. Сенечка, ты просто должен его убить. Понимаешь? Сень, убить! Сенька, убить! Сеня! Сеня! Сенечка, мы все обдумали, мы взвесили! Сенечка, тебе ничего не будет. Сеня, у тебя есть справка, что ты душевно больной, что ты ненормальный, понимаешь? А душевно больных судить не имеет права. Сенечка, от тебя требуется только одно, один единственный припадок. Ну что тебе стоит? Сенечка, Сеня! Сонечка! Сонечка, что ты говоришь? Опомнись, Сонечка! Ну что ты говоришь? Отпусти мою душу, Соня! Это ведь грех! Я должен остаться здесь! Я тут солист! Мне хорошо здесь! Я нашел себя, Соня! Ты вернешься! Вернешься! Выполнишь долг свой! И вернешься! И допоешь! Вместе допоем! И дотанцуем! Соня, нет! Нет! Семен! Нет! Семен! Сеня! Сеня! Сень. Сеня, ты это сделаешь. Понял? Если нет, я сама его убью. Своими руками. Сама убью. Сама. Соня. 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 Тут одна, как проклятая, как рыба, а на стекле. А ты тут симулируешь манию величия, пальцем пошевелить не хочешь. Пальцем? Убить человека, это теперь называется пошевелить пальцем? Семен, Семен, это человек, это не человек, это бамбук. Настя! Тише, папа! А тише! Еще? Лилечка, как ты думаешь, это будет долго продолжаться? Вот в Чикаго едем и кончится. Вот здорово! Хорошо! Измотал поганец! Яшка, Якобзоны, вы что, за границу драпаете, что ли? Мы? Что вы? Просто дама родня из Америки прислала вызов. Помолчи. Лилечка, зачем нам плафоны в Чикаго? Советские плафоны в Чикаго. Так, держи, плафоны мои. Лилечка, Чикаго такое место, где есть абсолютно все, включая плафоны. Да. Тут продадим. Лилечка, зачем нам держи. Чикаго советская валюта? Негров смешить? Лилечка, давай дадим эти плафоны нашим несчастным соседям. Я разберусь без тебя. Что?
Яш, ты уверен, что в Чикаго нет тараканов? Откуда? Как же им через океан переплыть? Ты такое придумаешь? Ну, да, давай. Действительно. Давай, давай, давай. Иди. Идут! Идут! Дядя Вова, дядя Сеня приехал. Сторожку вперед. Вы не на заседание подпольного комитета? Восстание привели? Ну, давай, гуляй, ну, право. Сеня, Сеня! Сенечка, дорогой! Ну, хватит, ну, ладно, ну, ладно, ну, ладно, Сонька. Ну, забежай. Спаситель ты наш. Спасибо, что приехал. Благодарю. Что это они? Комната освободилась. Их очередь. Теперь поженятся. Я тут у вас борща доем. Люська выперла, полы моет. Ты когда идти-то думаешь? А? Ну, это убивать, как его? Сень, ты с этим вопросом не тяни. Мы с Люськой на вашу площадь прицелились, а тут вообще-то расклад простой. Бамбука порешишь? Цыпкин на его место сядет. Ну, а Цыпкин, само собой, квартиру-то и даст. А если не даст? Цыпкин? Да. Это же человек, это бамбук, вот. Шкура бумажная, с этим вопросом тянет. А Цыпкин человек, у него совесть. Он говорит, ежели Сенька ваш бамбука грохнет, я, говорит, ему лично на блюдечке ордер принесу. Во где у нас будет этот Цыпкин, во! Сень, с твоим документом можно, ого-го! Главное за дело. У меня, кстати говоря, список приготовлен. В райком заглянуть дух. Вова. Трех товарищей придушить, ну, как минимум, это само собой. И тут, глядишь, каждого второго. Вова, пальчик, больно. Да. Этого надо, того надо. Опять же безвозмездно, потому что идиот. Не в себе бывший. Ну, а потом поди докажи. Что? Что пальчик? Пальчик мой. Ты сначала положь, чего спер. Кого спер? Сеня, так что тебе причитается за идею. 5 звездочек, как с куста.
Ну, больно же. Я тебе сказал, положь, чего спер. Подавись, Боров. Во! Давно бы так. Ну, а то шастают, ну, понимаешь, тут же всякие. Да. Я к тебе, Вова, ночью шашкой зарублю. Иди, иди. Ворюга. Иди. Ну не толкайся. Тихо, дети, тихо. Ой. Вы не подскажете, где здесь подполье заседает? Не подскажу. Но там еще вопрос решается о ликвидации. О, боже, я русским языком говорю. Пошли, пошли отсюда. Психи какие-то. Я точно. Александр Сергеевич Пушкин. Прибежали в избу дети. Торопясь зовут отца. Тятя! Наши сети притащили мертвеца! Сеня! Сеня! Ну кто там? Свои! Родимцев! Этот, Семен Владимирович! В чем дело? Спокойно. За что? Тихо, не дергай. За что? Отпустите меня! Я ничего не нарушал! Не дергай. Отпустите меня! За отпустите! Отпустим! Уберите руки! Уберем! За что вы меня? Разберемся. Разберем. Что вы делаете? Мне же больно! Куда вы меня? Куда? Куда? На когда намечено мероприятие? Чего? Мероприятие когда проводишь? Вы кто? Вам чего надо-то? Чего, чего? Не мне чего, тебе чего. Уцыпкин. Кто сказал? Вова. Вова. Вова, негодяй и провокатор. Цыпкина забыть, с каленым железом. Вот план исполкома. Здесь все отмечено. На прием запишешься последним. Разыграешь идиота. Там по обстоятельствам. Мероприятие проведешь до субботы. С понедельника приговоренный в командировке. Он ему едет. Вылезай, твоя халупа. И последний. Как моя фамилия? Цыпкин. Идиот. Ой, я не то хотел сказать. Педагога! Завтра дяденька пойдет и начальника убьет. Смотри. Кстати, кто он такой, этот ваш Родимцев? Наш человек, коммунальная косточка, недавно освободился. Необходимо, товарищ, создать невыносимые условия. Чтобы почувствовал. Да. Возмутился, закипел. Чтобы сознательно решился. Горячую воду отключили? Год назад. Тогда холодную. Сделаем. Товарищи, тут наши ребята инициативу проявили. 650 штук тараканов запустили. Молодцы. Это по-нашему. Еще есть резервы. Прекрасно! Необходимо создать такую ситуацию, да, когда низы не хотят, потому что верхи уже давно
не могут. Как? Не могут. Верхи. Ага. Товарищи, у меня есть предложение. Так. Давайте нашу. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный. Его покалечить хорошенько. Пока отлежится туда все, мы площадь получим. Нет, его с бюллетенем дожидаться будут. И никто ни на что не решится. Ой, Господи. Сонь. Соня? Чего? А честно говоря, я не умею это, Сонь. Подпольщиков вспомни наших. Человек все-таки. Был бы человек, дал бы квартиру. 12 комиссий заседало, все без толку. А где гарантия, что Цыпкин человек? Хуже не будет. Так у него дети. А у тебя нет детей. Прости. Я живой, поди. Нет. Куда деваться? Лучше в могилу, чем такая жизнь. Сенькина 16. Клетух 4 метра съела? Съела. Тут главный момент не прошлепать. Готовность номер один. В пятницу Сеньку в дурдом заберут. Сонька с девчатами переедет. Вот тут-то все и начнется. А ты сама знаешь, какие тут орлы прописаны. Один этот ворошиловский стрелок чего стоит. Ну что ты все молчишь-то, ем? Подкинь какую-нибудь идею. Соня, ты спишь? Соня! Соня, возьми у меня часы с кукушкой, а? За рубли отдадим. Соня, часы-то новые. От правкома получила. Послушай-ка. Лилечка, пошла бы ты знаешь куда? На свою территорию. Да мы за рубли отдадим. Я с изменниками Родины, сама понимаешь. А я что? А я по своей воле, что ли, согласилась? Это же ее родня нас. Молчи. Вызывает. Если б не жилплощадь. Там вилла на побережье. 18 комнат. Сколько? 18. Боже мой. И ни одного таракана. Скажешь, отказалась бы. Соня, ну я же не против остаться, ты понимаешь? Ну нафига мне это Чикаго, ну? Ты же сама подумай. Это ее родственники нам вызов прислали. Ну хватит. Сонь, вот если завтра твой убьет Лазарева меча, я же с удовольствием. Я буду ждать сколько угодно. Мы тогда возьмем часы обратно. Хватит. Советский. Сонь, а? Спишь, что ли? Ой. Что за мне, царица Екатерина, понимаешь? 16 метров ей мало. Это же хрусталь, мама! Конев, Конев.
Иван Степанович. Вот Жуков, это да, Георгий Константинович. Тут чисто. Пирожок, пирожок. Ты же знаешь, что я не люблю с вареньем. Сам калорифер у меня спер. И греешься, Боров. Да что, Вовочка, что, Вовочка? Вовочка, Вовочка. Иди отсюда. Вовочка, Вова. Нашла Вовочку. Сень, слушай, я чего подумал-то? Давай мою гадюку в черный список занесем, а? Ты завтра этого банана угробишь, а я развожусь. Все, развожусь, заколачиваю все к ядрине фене. Во гадюка, во кобра. Я ведь чего терпел-то? Ну, думал, как? Год змеи удачу принесет. А? В общем-то, кончай с этим уродом, а я переезжаю, все. Сам кончай, раз приспичило. Чего приперся? Да ты че, соображаешь вообще-то? Меня-то посадят, а его положат. Он же идиот. Разница все-таки есть. Сам идиот. Дай поспать. Да спите, чую, мешаю. Мешаешь? Ты? Спать я мешаю. Кому я спать-то мешаю? Нашли время спать, понимаешь? Спать. Люська! Вовочка, что? Ты посмотри, что этот ворошиловец, кавалерист, вытворяет, а? Проводника нашего не видели? Не видели. Показалось. Так вот, товарищи, нам завтра все надо закончить. Потому что промедление смерти подобно. Как? Смерти подобно. А, это по-нашему. Угу. Извините, пожалуйста. Мои альпинисты здесь не проходили? Сдохли альпинисты. Странные люди. Еще вот так. Вот теперь. Еще давай. Расходимся по одному. На. Вот здорово. На. Вот. Ни сна, ни отдыху измученной душе мне ночь не шлет отрады. Читал? Че ваш ярд происходит? А? Я много переживаю один в тиши ночей. Ты доброе читай, утро. Читай. Кущи троянды веселаю біля хати собі гнездечко. Соловейко звів і кожну нічку став. Привіт ветеранам. Все, Конев, Конев, Іван Степанович. Ворошилов, Климент Ефремович, это да. Зачем переправу-то отдали? Был бы батальон артиллерии и Крюгер в мешке. Тот.
За что купила, за то продаю. Сычев звонил Пелюгину. Его кто? Подруга на югах отдыхает. Говорит, что жена замминистра капитального строительства шла по Пицунде, и на нее что? Упал балкон. Сейчас в Кремлевской, в тяжелом состоянии. В стене? В Кремлевской больнице. Ты же понимаешь, что на Пицунде просто так балкон не обрушится. Значит, экстремисты. Жуть, тетя Зин, какая жуть. Сейчас кого не плюнь, попадешь в экстремиста. Мне сам Дичков вчера звонил. Говорит, что на Лубянке. Вы уронили. Благодарю вас. Желаем удачи. Алло. Вы все сказали? Все. Прощайте. Эх, яблочко, куда ты катишься? Ко мне в рот попадешь. Следующий. Сынок, сынок, ложись. Не понял. Ложись, приказываю. Картечь лупит. А вы по старинке с топором прибыли. Мамыкин, я бамбук, я бамбук. Тут перед вами директор музыкальной школы был. С кухонным ножом приходил, наивный. Мамыкин. Мамыкин, дорогой, фонды, фонды, а? До сентября? Нет, не продержусь. Ну, хотя бы пару миллиардов, Мамыкин. Мамыкин, передай по каналам, Камчатку не трогать. Сибирь на 900 километров южнее. Освободить под Саратовскую? Нет, Ярослав запрещаю. Лучше Свердловск. Свердловск! Что? Да черт с ним, за счет Чукотки, там посевная. Сейчас проверю. Сынок, посмотри в шкафу. Папка лежит с грифом «Секретно». Да скорее, черт возьми, дорога каждая секунда! Ой, сынок, живой? Да вроде бы. Ну что, на Чукотке, посевная? Ага. Ползи сюда. Давай, давай, заворачивай. Спасибо. Лазарь Фомич. Кофеечек, Лазарь Фомич. В чем дело? Я кофеечек принесла. Я не заказывал. Закройте дверь. Бразильский Лазарь Фомич. Ложись!
Вон отсюда! Есть! Обложили меня. Поведать не могу, съездить. Вчера мою служебную машину утопили. Мне бутерброд за собой. Жена дала на случай, если сразу заберут. Оставьте себе. Все мои смерти хотят. Может, милицию? Ну что вы? Это же люди. Я же понимаю. Дождались. Ну, пронеси, Господи. Что, страшно? Ничего, привыкай, сынок. Алло, Сергей Сергеевич? Докладываю. Нет, не по службе, по душе. Сергей Сергеевич, работа здесь, Сергей Сергеевич, просто кошмарная. Что? Нет, будет сделано. Уже делается. Сергей Сергеевич, по фабрикам дымным, по арендным хозяйствам, думаем вашим, Сергей Сергеевич. Что? Чем дышим? Сейчас гляну. Родимый, папочка там красная, совсекретно. Вторая строчка, абзац, давай. Да. Да. Молодец. Да не там, не там, выше смотри же, ну. Левее, вот. Ну, красный, красный. Да где? Она. Сергей Сергеевич, так сказать, позвольте в личном порядке. Не смей! Не прикасайся. Кофе отравлю. Ой. Я и ребенка не устрою в ясли вне очереди. Обиделась на меня смертельно. Сергей Сергеевич, позвольте, так сказать, сугубо личное, а, так сказать, ну, в интимном порядке. Сергей Сергеевич, только скажите правду. Ну, как там Гондурас, а? Да. Ну, Сергей Сергеевич, спасибо за добрые вести. Ну, уважили. Ну, теперь-то я Сергей Сергеевич. О-о-о! А то я тут, понимаешь, прям как на иголках. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ну, что затаился-то? Страшно, да? А мне нет. Мне теперь плевать. Нате, ешьте меня! Закопайте меня на Новодевичьем, как собаку! Только что вы без меня запоете? По мне бы дело кипело, а на себя мне тьфу! Дай мне такое дело, чтобы сердце пело. Верь мне, как тебе. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Эх, яблочко, куда ты кучишься? Да ко мне в рот ты попадешь. Ко мне в рот ты попадешь и не воротишься. Эх, яблочко, куда ты кучишься? Лазарь Фомич, миленький, одумайтесь, Лазарь Фомич, они не понимают, это безумие, нервы. Лазарь Фомич, ну я прошу вас, Лазарь Фомич, Господи, благослови. Лазарь Фомич. Лазарь Фомич! А? Лазарь Фомич! Лазарь Фомич! Уходи, сынок! Нет, ни за что! Я приказываю! Нет! Вы тут ни при чем! Вы должны рассказать! Никогда! Передайте в центр! Я до конца был!
Нет, это лишнее. Мало времени. Очень мало. Очень-очень мало времени. Крайне мало. В окно ее! Лазарь Фомич! В окно! Но там же люди! Бедные люди! Срочно передайте. Детскому саду 123 нужны трубы. Дети мерзнут. Дети мерзнут. Слышите, дети? Лазарь Фомич! Закрой дверь, дура. Заклинаю вас. Не забудьте. Передайте. Дети мерзнут. Дети! Я передам! Я передам! Вовик, гуляешь? Я тебе сейчас устрою бяку. Дети, домой, домой, домой! Спать! Да надо никто не подходит! Шоков нету! На бамбуковых малинках гуляем! Давай, ребята, давай! Соня! Иди сюда! Держи! Сонька, ну-ка давай, хватит спать! А? Скоро ордеры получаешь! Иди! Тебя что, не забрали? Зажил площадь. Такого человека. Сеня! Сеня! Яша! Яша, отпусти меня! Яша! Сейчас по стеночке-то размажу. Жлоб! Не жалеете вы себя, Лазарь Фомич? Работа. Да. Спасибо. Ради Бога, ради Бога, подальше, дьявол, подальше, Господи. Не можешь, не лезь. Ой, ну поехали. О, Господи, в Чикаго. Вова! Где ты, а? Струсил? Боров. Ай, сам Ты че орешь? Ты че орешь? Что думаю? Ты получил все свое по своей четвертой категории. Ну и не кукарекай. Было разрешено импровизировать. Я творчески подошел. А мы, а как же мы? Родные, как же так? В пятницу объегорили, 7-го вообще полставки. Тут орешь себя, не жалея, а шары на лоб, а тут тебя же твоим же оружием. Дисциплина, браток.
Полина Васильевна, отчитайтесь за боеприпасы и в бухгалтерию, за премиальными. Сегодня было особенно точно. Благодарю вас. Лазарь Фомич? Да. Я тенор. Какой? Лирический. Прекрасно. До свидания. До свидания, Лазарь Фомич. До свидания. До свидания. До свидания. Нет, вы видели? Где же правда, а? Прошел и доброго слова не сказал. У меня лирический тенор. Это попрание. Он же растоптал мою профессиональную гордость. Лазарь Фомич. Не глянул на жертву, сам скрылся в горах. Меня же с моим голосом куда угодно. С гландами оторвут. Нет, это мы так не оставим. Я ты точно так не оставлю. Сеня, Сеня. Проклялась я, пока дожидалась. Надо ж придумать человека за жилую площадь. Ой, Господи, помутнение какое-то. Господи, прости. Вова, еще тут этот тайный, бля, советник. Да ладно тебе, ладно. Все, ладно. Будем жить, как жили. Спасибо, не на улице. Где этот трухляк мозглявый? Сенечка Родинцев. Ну, я его сейчас съед. Что? Нежишься здесь со своей кралей, а там этот твой банан, бамбук жив, понял? Полегче. Колун под подушкой у меня. Колун? Это муж твой, Колун. Ты не в курсе? Я не в курсе. Не в курсе. Я в курсе. Эту систему Ниппель, как свою Люську вдоль и поперек, понял? Я не в курсе. Не в курсе, как Чукотку в Казахстан под Картечью перекидывать, что ли, да? Как штатные демонстранты кричат смерть бюрократам, да? Врагу не сдается наш гордый бамбук! Я не в курсе! Да при чем тут? При том, Сеня, что вводят тебя за твой сопливый рубильник, а ты-то ни ухом, ни рылом. Последний вопрос. Скажи, бомба была? Что? Бомба? Какая ты еще бомба? Он знает, какая. Какая бомба? Была? Ну, дальше, ну, дальше. Что дальше? Сеня, Сеня. Ты хуже, чем этот твой бамбук. Тысячу раз. Йоу. В Африке есть такая птица. Голову это... Песок прячет. Как ее? Индюк. Во, индюк. Индюк. Вот ты, Сенька, индюк. И Сонька твоя индюк. И дочки ваши индючки. Да и фамилии ваши индюшья. Жалко мне вас. Пернатые вы мои друзья. Люська! Люська, ядрик, твою мать! Борщ разогревай. Пойдемте, товарищи. Что, Лазарь Фомич? Дети мерзнут. Фомича. Обалдели, и выходной покоя нет. Да вы что, с ума сошли? Пойдите прочь. Дети мерзнут, Лазарь Фомич.
Дети мерзнут. А вы что, за дровами сюда? Уйдите. Идите, я вам сказал. Сгиньте! Да не толкайтесь вы! Назад! Что же это такое? Где ж этот гад? Пошла ты! Ну, для начала по бокальчику шампанского. Советское полусухое. Водки не пью. Не желаете? Как хотите. Родимцев! СВ! Имская 8036! Так-так. 16 метров, проходная! Семейная, пятеро! Не член, 43! Никогда! Положительная! Вспыльчив! Трусоват! Глуповат! Диагноз! Дистрофический синдром с признаками рекуррентной шизофрении! Достаточно. Есть! Ну что ж, прямо уж так уж, ну уж, так уж уж, ну. А нельзя сказать, что вы вошли без стука. Да, это у вас серьезный диагноз. Чем же вам помочь? На нервы болезнь века. Я вот только плаванием и спасаюсь. Вы думаете, я вот так вот сразу прыг в шампанское и поплыл? Нет. Я по молодости, смешно вспомнить, с газировки начинал, курировал соки воды в регионе. Потом, когда это освоил, на сельхоз перебросили, потом сам на передний край попросился. Да. Занят. Вы думаете, легко плавать в шампанском, в советском? Бывают такие заплывы. А ведь я член сборной страны. Да-да, вот глядите. Лазарь Фомич. Опля! Это брат называется. А это батуфляй. А сейчас кроль демонстрирую. А это на спине. А это по собачьи. С этого надо начинать. А это... Нет, больше не могу. Так что берегите нервы с молоду. Вы хоть партийный? Ах, да. Но это вы напрасно. Так что лечитесь. А мне пора. Режим... Где же он? Бамбук! Ко мне! Где ты? Бамбук! Ко мне! Вы! Где он? Александр проклятый! Где? Где? Нету! 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 О, где он? Где? Дурак! Топор-то бросил, тот же еще! Ушел! Где же он? Ушел!
Ушел! Кто там? Милиция! Ой. Сейчас, сейчас. За кем пришли? Семен Родимцев тут прописан. Кого? Родимцев. А, тут, здесь он. Да. Ну, Вова, дождался. Срочная работа! Специально для вас! Нужно! Выпить! Бассейн! Шампанского! Советского! Полусухого! Народ вам! За это спасибо! Скажет! Правда? Там на небо мук! У него жабры! Я с ним сам разделаюсь! С меня взятки гладкие! У меня справка есть. Я псих. Я же псих. На почве жилищных условий. Понюхайте, я шампанский пахну. Понюхайте. Сволочь бесстыжая, мало что нажрался. Очи налил, да еще обмочился. У меня после аванса тоже такое было. Ага, не верите? Насчет бассейна нет. Сейчас я вам докажу, что я говорю правду. Простите, что здесь дают? Да по мусальнику дают, валяй отсюда. Боже мой. Сейчас я зарублю 5-6 человек, и мне ничего не будет. Остальные пойдут со мной. На 1-6. Рассчитайсь! 6 номера вперед! О, дурная. Милая, отойди пока в сторонку. Так, добровольцы есть? Повторяю, добровольцы есть? Есть. Будем выбирать достойнейших. Ну-ка, кто за мной? Погоди-ка. Мужчина! Подождите, а? Мужчина! Ну, минуточку, а? Минуточку, а? Мужчина! Мужчина! Мужчина, а вы и прям ничего не боитесь, а? И сам черт вам не брат, а? И море вам по колено, а? И ничегошеньки, никогошеньки. Чего тебе надо, милая, а? А докажете. Как? Оженитесь на мне, а? Мужчина. Мужчина, а? Эх, люди, люди. А? Фу. Сенечка, ты? А я думал, Вова. Сенечка. Вову взяли. Как взяли? За что? Так взяли. Я донес. Медицина приезжала. И двое из охранки. Я донес, что он это ты. Понимаешь, расчухают, за тобой приедут. Что мне делать, Сень?
Да ладно, иди к себе домой спать. Как ты иди спать? А это Вовина стерва, она же меня разорвет на куски, эта стерва. Сенечка вернулся, Сеня. Соня. Сенечка, сдайся по-хорошему, ну, отдохнешь немножечко, ну, Сенечка, подлечишься немножечко, ну, ладно, Сень, потом эту площадь получим, ну. Да. Красная площадь с Василием Блаженным и с мавзолеем. Молчи, убью. Да, хорошо, молчу. Да ладно, Соня, ладно. Мне уж теперь... Назад дороги нет. Сень, ну, Сень, ты ж солист, Сенька. Соня, береги себя. Уйди, убью. Не, хорошо, я молчу. Сенька, ну, вернись, тут дура я. Вернись в больницу, ну, Сенечка. Ты даже ну, прошу. Просит. Сень. Верно говоришь, товарищ Родимцев, святое дело делаем. Нельзя глотать успокоительные таблетки, не время раскисать. Смерть кровопивцам! Давай, Семен, нашу. Давай. Все вместе. Давай. Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Товарищи, а может, кто хочет присоединиться ко мне? Все беру на себя. Все. Дорогу грудью проложим себе. Все. Моя милиция меня бережет. Все. Да. Все. Хана нам. Машина с ментами. И медицина при них. Ну, а тебе-то что? Они же меня за ложные показания упекут к черту. Уходим верхами, Сеня. Сеня! Прощай, Соня! Сеня! Ах ты, хрыч старый! Послушай ты, стукач-самоучка, ворошиловский стрелок! Вот Вова-то из психушки придет, он тебе холкут на вылет! Соня! Товарищи милиционеры, скорее сюда! Они полезли на крышу! Ой. Вот. Сеня за мной! Здесь осторожно! Прибру иди! Прибру! Ой, давно я здесь не бегал. Осторожно, он может все что угодно выкинуть. Родимцев, вы больны? Вас ждет профессор Хомяцкий. Я еще здесь в империалистическую зажигалки тушил. Сеня, а у тебя что, на самом деле крыша поехала? А, хватит рду пороть. Куда дальше-то? Давай вниз, вниз. В каждом творческом процессе наступает момент тупика. Это надо в себе преодолеть, иначе гибель. Сеня Родимцев, ты вернулся? Нет. Медперсонала нет? Нет никого. Здрасте, товарищи. Привет. Здорово, Шуберт. Это я сегодня, Шопен. Привет. Здорово. Здорово. Здрасте. О, привет, привет. Привет. У меня к вам дело. Зачем просто не упер клиптоман несчастный? Опять за стороны! Не шумей! Качай! Это для дела. До рассвета должны успеть. Если кто передумал, может остаться здесь до утра. Дело такое. Обижаешь. Короче, действуем четко, быстро, как договорились. И без пощады! Это забудь. Мы не у главврача на приеме. Короткими перевешками, быстро. Что вы? Господи, подсоби. Ой, кто это? Ты кто такой? Это, кажется, 4-го отделения Буйный. Братца, нам все дело загубит. Что? Забьется последний раз в припадке, нам крышка. Ребята, я не Буйный, я по ошибке в 4-е. Я Костя Петушков, сексуальный маньяк. Да не по бабам же собрались. Ладно, ладно, тихо. Это сейчас. Все мы тут хороши. Тихо, по одному. Как в разведке. Живо, по одному. Быстро. Ну, взвод, давай. Господи, что ты, ну?
гитары вынькали. А вот новости последних минут. Ну-ну. Из центральной психиатрической клиники совершила побег группа больных. Практически целое отделение в полном составе. Во главе с Родинцевым. По мнению специалистов, беглецы представляют из себя серьезную опасность для окружающих, так как действия, также цели их побега могут быть совершенно непредсказуемыми. Бедные люди. Полковника Скуратова, пожалуйста. Лазарь Фомич. Срочно! Тихо. Никаких конфликтов с населением. Вова, ты? Где этот Павлик Морозов? А? Вова, ты не посмеешь. Вова! Вова! Загрызу! Держите его, ребята! Ой. Вова! Ну, Вова. Поганец! Вова, вас ну, гаденыш! Вова! Ну, пионер-герой! Вова! Вова! Ты с нами или домой? Вова! Ему нельзя домой, там засада. Что? Вова, там засада! О, сука! Ворошиловский стрелок! Ой! Лазарь Фомич, ну, наконец-то. Господи, здравствуйте. 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 Ну, вот, полюбуйтесь. Вот так. А? Лазарь Фомич, здание захвачено, ворота на замке. Что будем делать? Так. Откройте ворота немедленно. Я тебя уволил, Лазарь Фомич. Граждане функционеры! Здание заминировано, поэтому всякие попытки взять нас за храпом окончатся катастрофой. Что будем делать, Лазарь Фомич? Вызывайте войска. Войска? Ну что, я непонятно сказал? Слушаюсь. Понял? Все. Все помещение. Где этот боец невидимого фронта, а? Ой! Ну, не смей, Вова! Вот шагает дружно в ряд авангардный наш отряд. Раз-два, раз-два, перестройки выше стяг. Лазарь Фомич, мы все как один откликнулись на клич. Решите начать протестовать? Полина Васильевна, надо подождать. Скандал. Вы кто?
маньяк. Сексуальный. Фу. Господи, ну слава богу. А то я испугалась. Фу. 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 Один момент. Исполком слушает. Алло, алло, кто там у телефона? А там и кто? Ну, я имею в виду, вы из этих, из больных или, или работник аппарата? Домашний пока. Вот хорошо, что на вас напало. Это конечно. Слушайте внимательно. Черт знает этих сумасшедших. Вдруг они раздобыли где-нибудь взрывчатку, заминировали ворота и парадные двери. Поэтому, чтобы не было лишней возни, вы должны открыть задний. Понимаете меня? Кого? Вы должны открыть двери черного хода, и тогда мы сможем вас освободить. Слышите меня? Алло! 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 Понял, так. Так, вы хотите жить в приличной квартире, так? Завтра в 12 приходите ко мне за ордером, так? Это бамбук с вами говорит. Слышите меня? Покупаешь? Мы не подкупные, мы трудящие. Понял? Бюрократ. Меня щекочет философский поскриптум. Под монгольским татаром куковали? Чу-чу. Под монгольским татаром куковали? Под игом, значит. Куковали в 812-м. Под французом. Два раза немец, японец, понимаешь? Теперь бюрократ. Под ним кукуем. Ты не возмущайся, а пей, а то остынет. Я к чему это говорю? В 812-м. Но когда Москву подпалили, вас тогда еще не было. Кутузов что сказал? Жрать будет нечего, враг сам уйдет. А теперь жрать нечего, а враг не уходит? Почему же так? У меня в техникуме манера была. Я в учителей влюблялся. Ну? Ну. Ну и признался одной. Ужас. Запер ее в аудитории. Положил на стол. Ой, Кость, жуть какая, Кость. Да нет, пачку мела положил на стол. И говорю ей, пишите, Наталья Никандровна, а я на вас смотреть буду. А она говорит, чего писать? Я говорю, я вам диктовать буду. Ну, 18 раз доски стирали. Так влюбился. Ну и что? Что? Ну что-что? Она же член партии. Ужас. Ну чего надо-то? Массовый припадок. Одной милиции здесь вопроса не решить. Терять им нечего. Вот и куролесят. Пользуются своей безнаказанностью. Знают, что им ни хрена не будет. Психи же, Лазарь Фомич. Только войска, только войска. Мужики, народу-то сколько! Ну, психи, держись. Это надо, а? Ты только посмотри, а? О! Я ж всех посадил, ё! Сеня, все. Я передумал. Выпускай меня от Седова к черту. Поздно, Вова. Поздно. Как? Придется терпеть. Как? Люська! Люська! Змеюка! Вова! Вова, я здесь! Я тут ни при чем! Скажи товарищам, меня эти втянули! Психи, вы вообще соображаете, что теперь будет? Так ты же сам этого хотел. Я твои 16 метров вонючие хотел, а не здание исполкома. Понятно? Вот вы, суки, сами теперь и отдуваетесь. А мы с Люськой, мы мирные люди, и наш бронепоезд стоит на... Что ты орешь? Что ты орешь? Чего? Тебе же ничего не будет. Ты теперь тоже, как мы, псих. Вова! Что ты сказал? У тебя диагноз. Теперь с тебя взятки гладкие. Ты свободен. Делай, что хочешь, понял? Тебя никто не посадит. Гуляй.
Ну, Вов, ты даешь. Мы же все психи. Молодец. Товарищи офицеры, сержанты, старшины и солдаты, здание заминировано. Кроме того, среди нас есть заложники, работники милиции, товарищи Павленов и Веденеев. Уважаемый Семен Владимирович, я взываю к вашему благоразумию. Есть предложение отложить на некоторое время торжественный митинг. И вы как следует подготовитесь, ну и народ еще прибудет. А почему? Сеня! В чем дело? Подожди. Что ты базаришь? Дай мне, накипело. Бамбук! Отдай! Шкура казенная! Ты долго, сволочь, Мало. Над народом будешь издеваться! Народ тоже Мало. Хочет! Ребята, накипело! Я Люська! Опа! Ребята! Аккуратней, психи! Поломаю! Вова! Мы не уголовники, понял? Мы наоборот, понял ты? Я-то понял! Это должен услышать каждый! До каждого должен дойти смысл предложений товарища Родимцева! Мужики! Я этого часа 73 года ждал! Мне мой дед завещал! Я мужики! Свяжите его! Чтобы не было никаких претензий, товарищи! Саперы работают? Работают. Ага. Демократия – это не анархия, товарищи. Поэтому призываю вас к разумному и спокойному поведению, товарищи. Сеня! Все осознал. Яблочко, куда ты котишься? Если в рот попадешь, не воротишься. Лазарь Фомич, мы пошли на крайние меры только для того, чтобы привлечь ваше внимание. Дело в том, что на днях я был зрителем двух потрясающих спектаклей. Я повторяю, потрясающих. И потому я понял, что я не могу остаться в долгу. И хочу сказать вам наше ответное слово, братья! Лазарь Фомич! Лазарь Фомич, пришла идея. Надо поговорить с женой Родимцева. Она здесь. Ну, так давайте ее в автобус. Жена Родимцева. Да, что? Я друг вашего мужа. В смысле политической борьбы, конечно. Муж мой не занимается политикой, он за квартиру бьется. Жилищный вопрос тоже входит в нашу программу. Пройдемте со мной. Соня, ну давай. Соня, не волнуйся. Посмотри за детьми. Не волнуйся, я присмотрю за ребятишками. Не волнуйся. Прошу вас. Соня, потом, потом, куда? Потом. Сейчас. Так, пошли, пошли, девочки, никого пошли. Не пускать. Хорошо. Здравствуйте. Вот познакомьтесь, товарищи, жена соратница товарища Родинцева. Очень приятно. Добрый день. Спасибо. Весьма. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Очень весьма. Приятно. Не волнуйтесь. Весьма. Успокойтесь. А что произошло? Дело в том, что... Не могу. Давай ты. Софья Леонидовна, только что наш человек из обкома сообщил, что на пленуме обкома
Родимцев, СВ, как организатор захвата исполкома, заочно приговорен к расстрелу. Сеня. Сенечка. Пустить, ну пустить, вот. Пустить. Да поймите, что я виновата. Я научила меня, а не его надо расстреливать. Пустите! Софья Леонидовна, успокойтесь, никто никого не стреляет. Мы наоборот, за вас. Мы простые советские экстремисты. А вот они сейчас там, в обкоме, готовы на все. Так прямо и заявили. Вот здесь, на этой самой площади, и повесим. И еще они постановили, чтоб другим неповадно было всю семью под корень истребить. У вас дети есть? Перебарщиваешь. Ну, кто тебя просил про детей-то? Как хорошее дело затеешь, обязательно все загубит. Кто же знал ты? Ну, вот и хорошо. Господи, где я? Среди друзей. Успокойтесь, Софья Леонидовна. Успокойтесь. Понимаю. У нас очень мало времени. На чем мы остановились? На детях, которых тоже расстреляют. Кретин! Ну, что ты мелешь? Так вы сами спросили. Я тебе сейчас вот этими самыми руками. Нет. Воды или еще что-нибудь. Господи. Ну. Фу. О, Господи, где я? Где? Среди друзей. Почему я должна считать вас друзьями? Ну, можете не считать, можете нам верить, можете не верить. Но, к сожалению, это так. К сожалению. Да. Конечно. Можем прекратить этот разговор. Нет, я хочу все знать. Ну, хорошо. На прошлой неделе вот у него всю семью под корень. Всю. Лёля. Не надо, успокойся. Ванечка. Ну, ладно. И мама старушка. Негодяи! Успокойся, ну! Ненавижу! Негодяи! Мама! Ну, вот... Мамочка! Негодяй! Ну, успокойся, ну, убери ты его! Хватит, все! Ненавижу! Ну, хватит. Все негодяи. Ладно, Софья Леонидовна, вот видите, мы готовы своих родных и близких ради того. Ради правого дела. Вот так. Что я должна делать, скажите? Мы хотим спасти вашего мужа. Вы должны его выманить из здания обкома. Ну, а мы его увезем и спрячем где-нибудь в надежном месте. Подожди. Спрячем? Да вы что, после того, что я здесь услышала, спрячем? Что вы говорите? Мы должны немедленно присоединиться к ним. А, Софья Леонидовна. Что, Софья Леонидовна? Вы не так нас понимаете. Мы наоборот. Что наоборот? Ваших родных, ваших близких убивают, а вы наоборот. Вы знаете, кто вы? Вы знаете, кто вы? Софья Леонидовна. Сидеть, скрызняк. Кто пойдет со мной? Ты пойдешь со мной? Нет. А ты пойдешь со мной? Мамочка. А ты как? Эх, вы. В Африке есть птица такая. Индюк называется. Козлы несчастные. Орудие проверил? Да. Да-да. Да не трясись ты. Может быть, до этого и не дойдет. Побойтесь Бога, миряне! Побойтесь Бога! Мы решительно требуем. Сеня как? На балконе. А народ? Безумствует. Отлично. Товарищ полковник, все подступы к зданию, все ходы и выходы прозондированы. Никакой взрывчатки у террористов нет. Да, вранье все это, товарищ полковник. А как? Дезинформация, товарищ полковник. Свободная. Лазарь Фомич, мы нашли ваши бюрократические отписки и приписки. Возвращаем их вам. Ну, вот видите, Лазарь Фомич, что вы с ними миндальничаете? Нужны срочные меры, срочные! Посмотрите! Приготовились! Делаем! Раз! Нет! Делаем! Два! Нет! Лазарь Фомич, это ж хулиганство! Не знаю, не знаю. Поговорите с военными. Понял, понял. Разойдитесь! Пустите! Товарищ командир, нужны срочные меры. Срочные вплоть до насилия. Что за самодеятельность? Где террор?
кого обезвреживать? Вы что, ребенок? Вы что, товарищ подполковник? Не понимаете, что это спровоцированная, хорошо организованная провокация? Дискриминация всего! Вплоть до... Вплоть до... Святынь! Седьмая рота, на исходную. Будем брать здание. Люська, ты куда? Да я ему сейчас! Ты что? Ну беги ты! Отдай кастрюлю! Седьмая рота, выполняйте задачу! Стойте! Стойте! Опомнитесь! Я не допущу насилия! Но так ведь тоже не делается. Я ведь тоже на работе. Где же ваше сострадание? Это же больные люди! Душевно больные! Они же как дети! Они же не в себе! За что же вы их хотите подавить? А? За то, что у них больная душа? Теперь и за это наказывают, да? Назарь Фомич. Молчи! Люди! Во что же вы превратились? Это же братья наши меньшие! А ведь мы все братья, и проблемы у нас общие! И я не могу их решить один! Ну пусть снимут меня, пусть придет на мое место другой, такой же несчастный! Ничего не изменится, потому что система у нас такая! Система Ниппель! Сеня, все, шандец! Снимут теперь бамбу, как ядрени фени, как пить дать снимут, все! Ша. Сеня! Че, случилось что-нибудь? А? Ерунда все это. А ты че, бамбук пожалел? Сень! Не надо было исполком брать. А чего надо было? Зимний. Че-че? Зимний. Картинную галерею? Эрмитаж? А? Сеня. Этот вообще не наш? Не, живой. Я домашний. Вова, я тебя навещу, может быть. С инструментом наш. Проходите. Первая этот машина. Наш. Тоже наш. Вторая машина. Этот наш. Костя, Костя, я тебя разыщу. Ты самый сексуальный маньяк на свете, Костя. А вот этого сразу в машину давай. Люська! Жилплощадь запиши на себя. А этого не надо. Посторонитесь, товарищ, посторонитесь. Как не надо? Вы не псих. Диагноз не подтвердился, вы здоровы. Я тебе сейчас подтвержу диагноз. Но вы же здоровы! Кто здоров?
Я сейчас вам дам здорово. Бюрократы-перестройщики.